Всем привет! Сегодня мы будем собирать букетики вот в таких сумочках. Я уже наполнила сумочки. Здесь обычный пеноплекс и сверху бумага тишью. Также пеноплекс у меня обернут в бумагу тишью. Собирать будем букет вот с такими красивыми цветочками. Молд я заказывала на Wildberries для этих цветочков. Цветок космея. И заливала я его вот такими разными цветами. Здесь розовый, белый. Вот такой красивый розовый смешивала с красным и желтым. Вот такой красивый цвет у меня получился. Здесь, в общем-то, сочетание, как по мне, так самое подходящее. Также я уже подготовила здесь зелень, шпажки. Ну и, собственно, приступаем. Смотрела сочетание вот с такими большими листьями. Посмотрите, как здорово смотрится. Можно быстро собрать букет. Сейчас еще попробую другой вариант. Вот такие листики розы тоже здорово смотрятся. Главное, чтобы не потерялся цветочек в зелени, мне кажется. Еще вот такой вариант. Я вот думаю, вот так или вот так оставить. Или можно сочетать тоже, по-моему, будет интересно. Но вот этот слишком большой, этот я решила не использовать для этих букетов. Мне кажется, не нужно, это лишнее. В другой раз, может, для каких-то других букетиков. Кстати, вот эти вот шпажки, я их окрашиваю акриловой краской. То есть ничего они не красятся, можно спокойно с ними работать. И мыло наши цветочки не окрасится. Ну что, собираем. Мне понравился вот такой вариант. Конечно, плюс этих листьев больших, что они закрывают шпажки, и таким образом мы их маскируем. Не нужно особо много зелени для букета. Обязательно напишите ваше мнение, как вам такие цветочки и зелень. Я также заказала еще проволоку, но это вот вместо шпажек можно использовать для цветов. Это не обычная проволока, а вот проволока как раз таки специально для цветов. Ну, не знаю, как с ней будут собираться букеты, но на шпажках мне очень даже удобно. Кстати, мне очень нравится вот это сочетание цветовой гаммы в букете. Как по мне, так очень нежное оно получается. Кстати, а вам как? Напишите. Вот эти сумочки, кстати, мне недавно пришли. И я уже думаю, что нужно, наверное, заказать их в другом цвете. Там, кстати, я видела, я заказываю на Wildberries, если что, если будут вопросы. И там я видела, что есть разные цвета. Мне вот кажется, что не помешало бы заказать несколько цветов. Да, конечно, вариант не самый бюджетный, но смотрятся букеты в них симпатично. Еще я подыскивала варианты шляпных коробок. Мне не хотелось слишком большие, но и в то же время, чтобы эти коробки не были слишком маленькими. Но вот пока ничего я подходящего не нашла. То есть еще все в поиске. Листаю, смотрю. Я просто решила, что буду заказывать, наверное, на Wildberries. Где еще заказывать, честно вам скажу, я не знаю. Я знаю, что есть различные группы. Я тоже несколько полистала, посмотрела, но как-то вот, наверное, я еще до этого не дошла. Поэтому, если у кого-то есть советы, какие-то варианты, вы мне напишите, мне будет очень полезно и интересно. Thank you.
cozy by the fire as the snow appears. Tree lights reflecting off of your gift, and I can't wait till you see what it is. It's been a long time, I know, but here I go headed on my way home. Home, home for the holiday. Finally home for the holiday. Смотрите, вот таким получился мой букет. Здесь 11 цветочков. Букет довольно-таки большой. Сейчас я вам покажу, как он сверху смотрится с этой пышной зеленью. Вот такая красота, но свет почему-то здесь у меня тусклый. А дополнить я решила бантиком. Мне кажется, так будет здорово смотреться. Сейчас буду собирать второй букет и уже потом в конце видео вам вставлю, покажу, как я упаковала эти букетики и вообще, какими они у меня получились. Ну, какими получились, вы уже видите сейчас один, а второй вариант просто будет в конце видео. Собственно, букетик номер два. Вот таким он получился. Финальный этап. Упаковываю я вот так. В пакет и сверху также бантиком. Все, мои дорогие, теперь точно всем пока-пока. Отличного настроения. Здесь еще зайки у меня.